Всем большой привет! Вы на канале Кулинарим с Викторией, и сегодня я вам предлагаю рецепт из кабачков. Сезон кабачков уже давно в разгаре, и каждая хозяйка задается вопросом, что же еще приготовить из кабачков. И сегодня я вам предлагаю приготовить неимоверную вкуснятину, очень вкусную закуску из кабачков. И закуска у нас будет в виде мини-пиццы. Для приготовления нам понадобятся следующие продукты. Кабачки, помидоры, сыр, у меня моцарелла, можно взять любой сыр твердых сортов, мука, чеснок, майонез или сметана, у меня сметана, яйца, соль, подсолнечное масло и зелень. Полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео. Сначала я займусь кабачком. У кабачка отрезаю попки и нарезаю кабачок на кружочки примерно толщиной 1 сантиметр. Приготовлю кляр. Для этого мне понадобится 3 яйца. Яйца хорошо солю, перчу и хорошо взбалтываю вилкой. В другую тарелку накладываю 4-5 столовых ложек муки. На горячую сковородку наливаю растительное масло и начинаю обваливать кабачки сначала в муке и затем в яйцах. Кабачки я предварительно хорошенько посолила. Для того, чтобы кляр приставал к кабачкам лучше, можно их также предварительно немного оббить. И так поступаю со всеми кабачками. Сначала в муку, затем в яйцо и выкладываю на сковороду. Обжариваем кабачки до золотистого цвета с обоих сторон. Это займет буквально где-то 2 минуты с одной стороны и 2 минуты с другой стороны. И пока я обжариваю кабачки, не забудьте подписаться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выходящих видео. Другие рецепты с кабачками, которые уже есть на моем канале, я вам оставлю в описании под видео. Приготовим заправку. Соус. Для этого 2 столовые ложки сметаны, солю, перчу. И выдавливаю 2 зубчика чеснока. Добавляю мелко нарезанный зеленый лук, хорошо перемешиваю. Заправка готова. 2-3 средних помидора нарезаю вот на такие кружочки. Нарезаю сыр. У меня сыр моцарелла, можно брать любой другой сыр. С моцареллой получается очень-очень вкусно, очень рекомендую попробовать. И начинаю собирать наши мини-пиццы, наши закуски. Сначала смазываю соусом, выкладываю дольку помидора и кусочек сыра. Точно такой же соус можно приготовить вместо сметаны с майонезом. И продолжаем проделывать то же самое со всеми кабачками. Сверху выкладываю дольку помидора, кусочек сыра и выкладываю на противень. Противень я предварительно застелила пергаментной бумагой. Духовку поставила разогреваться на 180 градусов. У меня 2 кабачка, из данного количества получилось довольно большое количество мини-пицц из кабачков, посмотрите. Смотрится очень-очень красиво, и отправляем наши мини-пиццы в духовку, заранее разогретую до 180 градусов на 20 минут. Выпекаем до золотистой корочки, посмотрите, какая красота и вкуснота у нас получилась. Запах стоит неимоверный. Такие мини-пиццы понравятся как взрослым, так и детям. Готовила я их на легкий ужин, также к ужину я приготовила салат мимоза. Получается такой салатик очень-очень вкусный, ссылочку я вам оставлю в описании под видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите мне свои комментарии. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами.